Автокатастрофа, в которой погибли люди, произошла 20 апреля. По данным сотрудников департамента полиции Костанайской области, в 22 часа 25 минут в дежурную часть Уликольского подразделения ведомства поступило сообщение о том, что на 76-м километре автодороги Костанай-Уликоль-Сурган легковой автомобиль столкнулся с прицепом грузовика. По прибытии сотрудников полиции было установлено, что водитель автомашины Toyota Estima, двигаясь в сторону города Нур-Султан, совершил столкновение с прицепом автомашины КАМАЗ, которая двигалась во встречном направлении, под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП 26-летний водитель автомашины Toyota Estima, житель Житикары, и два пассажира 31 года и 36 лет от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины 1995 года рождения с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Уликольской районной больницы. По факту ДТП на трассе Кустанай-Уликоль-Сурган полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначены все необходимые экспертизы. Несколькими часами ранее в Рудном автомобиль наехал на пешехода. По улице 50 лет октября водитель 87 года рождения управляя автомашиной «Равон», двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода 54 года рождения, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортных происшествий пешеход был госпитализирован в Рудинскую городскую больницу с различными телесными повреждениями. Всего с начала года на территории области зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых 19 человек погибло и 98 получили ранения. Полицейские отмечают, что легковой автомобиль, водитель и пассажиры которого погибли в ДТП на Уликольской трассе, состоял на российском учете. По статистике, с участием иностранного транспортных средств, с начала года произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 9 человек погибло и 20 человек получили ранения. По вине водителей транспортных средств, стоящих на российском учете, произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 12 человек получили телесные повреждения.